Иди давай. Сейчас камера у меня подожди. Где у тебя? Сейчас, подожди, Тердис, подожди. Ага, вижу. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров.